Когда-то давно князь Феликс Юсупов желал, чтобы Архангельское стало местом паломничества литераторов, художников, музыкантов, которые, вдохновившись красотами этих мест, творили бы свои изысканные шедевры. Мечта одного из бывших владельцев усадьбы сбывается в веке 21-м. В рамках экспериментальной программы «Арт-резиденция» здесь открылась новая масштабная выставка. Это результат сотрудничества школы дизайна, высшей школы экономики и музея. Тема работ молодых современных художников и дизайнеров – свет и воздух. Свет, потому что ты входишь в парк, и ты увидишь действительно вот этот... Вот ты увидишь, во-первых, небо, ты увидишь солнце, ты увидишь вот как раз источник света. И воздух, потому что это тоже люди придут для того, чтобы как бы дышать. Но мало кто думает о том, что вообще воздух, это позволяет еще и что-то слушать, и еще запах появится благодаря воздуху. Поэтому у нас есть свет, который, неважно где, в вакууме, в воздухе, всегда идет, и у нас есть воздух, который позволяет как раз получить другие ощущения, звук и запах. В ботанических оранжереях, новом выставочном пространстве музея, разместились работы 18 художников, размышляющих на тему поэзии света и воздуха. Фотографии, инсталляции, баннеры, видеоматериалы и картины, по мнению авторов, заставляют задуматься о важности привычных, постоянно окружающих нас вещей и элементов природы. Со стороны музея-заповедника мы показываем коллекцию осветительных приборов начала XIX века из коллекции князей Юсуповых. Поэтому тут тоже мы говорим и о свете, и о воздухе. Ну, а ребята, которые приняли участие в выставке, со своей стороны сегодня очень концептуально эту тему рассматривают с разных сторон. За мной находится стена с серией фотографий и видео сирен художницы Дарьи Гейер. Она учится на профиле фэшн-фотографии брендинг в школе дизайна на образовательной программе мода. В проекте «Сирен» она работает с образом такой, с образом сирена. Это такой образ, гибрид птицы с головой девы, который выражает вот такую плакучую энергию постоянного вот такого стихийного перерождения. То есть вот этот свет и воздух в этом произведении является вот такой уравновешивающей силой. Студенты школы дизайна по-новаторски вышли за пределы выставочного пространства ботанических оранжерей. 12 объектов заняли свои места на огромной территории парка. Поиск экспонатов современного искусства станет новым увлечением посетителей музея-заповедника, уверены организаторы выставки. Она будет открыта до июля.